Всем привет, рады представить очередной обзор. Тема сегодняшнего обзора — это литкоры. Компания Fox, Nautilus, Catran и Prology. Будем смотреть, как эти литкоры вяжутся, а также посмотрим, как они выдерживают нагрузку. Поехали! Давайте посмотрим на литкоры поближе. Литкор от компании Fox. 45 либров. Тест 20,4 килограмма. 7 метров размотка. Dark Kama. Так. Хочу обратить внимание. Design and developed in the United Kingdom. В Соединенном Королевстве создан данный продукт. Не указано, что он произведен. Указано то, что он создан. Ну, я думаю, что излишние комментарии. Если на Прологике все честно, откровенно, открыто указано, где он сделан. Да. Это Прологик. Это Fox. О производителе нигде не указано, повторяюсь, на Фоксе. Что можно посмотреть на литкоре от компании Catran? United Kingdom. Или Украина. Некоторые говорят, что он делается там. Ну, нигде не указан производитель. На Катране в том числе. Давайте возьмем Nautilus. Посмотрим, что на Nautilus. На Nautilus замечу, что по-русски оформлено. Производитель также не указан. Единственный у нас, кто не стесняется своего происхождения, абсолютно честно пишет, потому что Prologic такая компания. Все по-честному. Это у нас Prologic. Хочу отметить, что, к сожалению, не было одинаковых размеров. Допустим, будем сравнивать 35-либровый Nautilus и Catran. И Prologic 35 либров взяли. А Fox 45 либров будем сравнивать с Prologic. Ну, по разрывной нагрузке я имею в виду. Ну, как вяжутся, сейчас посмотрим с вами. Думаю, хороший литкор будет хорошо вязаться. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Так, литкор, компания Fox. Темный камуфляж, Dark Camo. Вот такая вот у нас расцветочка. Больше коричневого цвета, немножко такого muddy green, мутно-зеленого, совсем немножко. Свинец очень мягенький. Я бы не назвал, что, как некоторые говорят, без свинца. Нет, тут чувствуется, что внутри сердечник. Но очень мягкий, приятный. Приятно держать в руках. Материал не токсичный, судя по всему, не разъедает ладони. Да. Так, посмотрим, как вяжется у нас петелечка. Давайте посмотрим. Убираем сердечник. Освобождаем место для иголочки. Очень легко проходит иголочка. Иголочка у нас, кстати, реплика или копия на фоксовскую, то есть бюджетная. Ничего такого суперфирменного нету. Ну, честно, вязать очень приятно. То есть, хорошая вещь, что сказать. Литкор от компании Fox.
Да, только ценник. Единственное, ценник смущает. Так, в принципе. Петелечка. Вот она у нас петелечка. Так. Сейчас мерим. Метровое расстояние. Ножнички, ножнички. Так. Ничего, кстати, хочу отметить, что на данном литкоре нет такого, что он пушится. Очень все сделано, конечно. Аплодисменты. Одним словом, аплодисменты. Так. Смотрим. Конечно, удовольствие. Вязать такой литкор. Идеально. Связали две петелечки. Быстро, легко, с удовольствием. Так, вот так у нас выглядит литкор от компании Fox. Видно, что он жесткий. В отличие от фоксовского, литкор компании ProLogic, ProLogic, он жесткий. Так, открываем коробочку. Смотрим, что у нас компания ProLogic упаковала. Что за красота? Вот такое вот у нас. Пластиковая упаковочка дополнительная. Так, открываем. Цвет очень красивый. Такой вот камуфляж. Мутно. Я не знаю, и мутно-зеленый, светло-коричневый, ну, скорее всего, больше... Нет, зеленый-зеленый оттенки. Так, как его размотать? Вот он размотался у нас. В отличие от литкора компании Fox, здесь уже идет жесткий сердечник. Я бы его назвал в меру жестким. Ну, конечно, жестче. Посмотрим, как он вяжется. Еще раз, 45 либров. Освобождаем от сердечника. Такое ощущение, вот чисто тактильно, что сердечник вот толще, чем на Фоксе. Да, даже видно. Не знаю, вам видно, нет, но... Так, нужен какой-то фон. Реально диаметр толще. Ну, микрометра нет, к сожалению, замерить по факту. Но вот ощущается, что, конечно, толще. Так, освободили от свинца, от сердечника. И будем пробовать вязать. То же самое, материал не пушится. Помню, литкор от компании Starbates. Он имел такое свойство. Не сильно, но, тем не менее, имело место быть. У Катрана есть серия Мимикер. Там тоже есть такой литкор. Но он прямо как реально, как имитация водорослей создает. То есть, ну... Само назначение предполагает, что он пушится. Так сказать. Так, снова вяжем петелечку. Только теперь у нас здесь ProLogic. Связали петелечку, затянули, прекрасно вяжется.
Замечательно вяжется. Такая вот у нас петелечка получилась аккуратненькая. Отмеряем примерно метр, чтобы проводить тестовые испытания на разрыв. Так, аккуратно, чтобы не отрезать пальцы. Ножницы у нас острые, в меру. Так, значит, мы отделяем сердечник. И сейчас попробуем связать вторую петелечку. Проложика. Тут я проскочил. Мой косяк. Очень легко продевается, иголочка не застревает, легко проходит. Ну, что сказать, это как ездить на дорогой машине, ничего не буксует. Так, тут я немножко длинную сделал хвостик, придется его подрезать чуть-чуть. Так, связали проложек, две петелечки. Вот такие у нас две петелечки получилось. Петелечки Fox. В принципе, идентичны. Разницы вижу только в цвете. И в цене. Ценник, да. Ценник тоже есть разница, надо сказать. Так, поехали дальше. А дальше что у нас? А дальше у нас проложек только 35 либров. Посмотрим, как же у нас иголочка-то 35 либров залезет или не залезет. Да слушайте, ну, это точно 35? Он такое ощущение, что тоже 45. Что-то как-то странно. Ну ладно, попробуем. Так, открутили. Ну, если отличается, то совсем не сильно. Да, кстати, интересно, что на разрывная нагрузка на проложике, да вообще на многих не указано. Вот почему-то на фоксовском указали, да, разрывную нагрузку, то есть 20,4 килограмма. На остальных литкорах разрывная нагрузка не указана. Чувствуется, что немножко тоньше. Вот совсем немножко. Но вяжется при этом так же хорошо. Я даже не знаю. Такое вот ощущение, вот сравнивая с бюджетными литкорами, такое ощущение, что там 30 лб, когда реально иголочка не залазит. А когда легко заскакивает, то 50 лб. То есть, ну, я не знаю, на видео, наверное, будет не видно. Так, где он был? Проложиковский. Ну, совсем немножко. Совсем небольшая разница. То есть, практически неощутимая. Если будете выбирать между 45-35, думаю, что в плане вязания, разница совсем, ну, вообще неощутимая. Просто неощутимая. Другой момент, когда мы сейчас попробуем его на разрыв. Как он покажет себя на разрыв? Ну, если, конечно, не порвет нам весы, то надеюсь, что тест удастся. Так. А вот сейчас, на самое интересное, надо мне как-то их отделить, чтобы потом не путаться. Потому что реально мы сейчас можем запутаться, где какая петелька. Так. Значит, 35 мы довязываем. 35 мы довязываем и начинаем как-то раскладывать. Этот хвостик не буду убирать, он нам для обзора не повредит. Значит, 35
Прологик у нас с этой стороны 35-ки будут. Так, Фокс. Так. Нет, это у нас тоже Прологик. Да, теперь бы не запутаться Григорию с этими цветами. Хоть бери подписывай. Нет, по жесткости понятно, что Прологик, Фокс отличаются. Да, теперь возьмем мой любимый, нелюбимый Катран. 35 либров. А что ж тут такого нелюбимого, кто-то спросит. Кстати, тут у нас вот все уже поотрезали, остаточки. Блин, мне не нравится, какой он жесткий. Я не знаю, цвет у него, кстати, практически одинаково равномерно зеленый, темно-зеленый. Но вот по жесткости мне он не нравится. Во всяком случае, сколько делали оснасток, ну, честно, больше Starbase. Так. Ну что, 35 либров, опять-таки. По ощущению, как 40, наверное. Ну, я имею в виду, если с китайскими сравнивать недорогими литкорами. Еще раз повторюсь, Катран, я убежден, что он также делается поднебесный. Ну, вяжется он хорошо. Это не дать не взять. Это респект. Так, затягиваем у нас петелечку. Повторяю снова, что вяжется хорошо. Нет слов. Если колеблетесь между выбором по толщине, сможете смело брать 35-й. Свяжете без проблем. Нужно было немножко поглубже завести. Ну, посмотрим. Если, опять-таки, он будет рваться на петлях, ну, что, скажу, мой косяк тогда. А так, думаю, что проблем с этим не будет. Ну, фанаты проклеивания, конечно, меня сейчас заклюют, если честно. Скажут, что нужно было еще клеить. Клеить и клеить конкретно. Ну, мы будем тестить без этого. А что сказать? А если проклеены? Ну, проклеены, наверное, будет еще на 10 килограмм на разрыв крепче. Ну, не знаю. Так, мы перешли к Nautilus. Снова повторюсь, на русском языке производство Nautilus не указано. Где и что он изготавливается. А, размотка 10 метров. Да, вернемся к размотке. У нас по 10 метров идет Катран и Nautilus. В то время как Прологик 7 метров и Fox 7 метров. Ну, почему-то вот такой вот у них метрические войны вот такие вот. То есть, почему-то они не хотят, как все. Ну, цвет мне не нравится. Цвет слишком свет. А, нет, тут темного есть немножко. Ну, светловато, конечно. Ну, в воде он окрасится, в принципе, да, проблем не будет это. Я зря тут к нему так подхожу категорично. Вот он кашлярится, кстати. Если те они были, вот этот достаточно, видно, он на краях, вот он начинает уже пушиться. То есть, как бы. А может, это все-таки камуфляж под водоросли? Но я не уверен. Вяжется легко. Повторюсь, у нас что? 35 либров. 35 либров вяжется легко, вообще без проблем. Очень хорошо. Но по ощущениям, все-таки вот тот материал отличается от этого. То есть этот немножко такой мягкий, прям мягкий-мягкий. Последнюю петелечку мы на Nautilus сделали, затянули. Будем переходить к тесту на разрыв. Итак, тест на разрыв. Поехали! Для теста будут у нас использоваться вот такие замечательные весы Weihan.
типа, хей, не знаю, ну, проверили их на нашем прекрасном тестере. А тестер у нас какой? А тестер у нас грузик 200 грамм. Мы их подцепили. И смотрим, что они покажут. 200. Опа! Погрешность 5 грамм. Ну, я думаю, это простительно. Потому что нас интересуют не граммы, а нас интересуют килограммы. Конкретно данные весы, ну, должны выдержать от 10 до 50 килограмм. Погрешность 10 грамм. Я думаю, это немного. Ну, надеюсь, они переживут этот обзор. Давайте посмотрим. Итак, самый дорогой у нас сегодняшний участник забега. Это литкор от компании Fox. Самый дорогой гость нашей сегодняшней программы. Будем его смотреть и тестить. 45 либров. Давайте на них посмотрим, на эти 45 либров. Опачки. А у нас залезет он сюда или не залезет? Что, посмотрим. Я думаю, что натянем. Опа! Так. Теперь очень важно, чтобы вам было видно. Иначе смысл сегодняшней прекрасной кампании по обзору. Давайте тянуть. Девять килограмм. Десять, одиннадцать, двенадцать. Такое ощущение, что он тянется. Растягивается. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, Все выжили, все живые, спокойствие, только спокойствие. Итак, литкор показал 21,7 вроде как. Будем смотреть, что с ним стало, с литкором после данного испытания. Он весь у нас вот так вот сморщился. Стал как пружинка, вытянутый, прям как... Но он реально тянулся, вот было ощущение того, что он тянется. Он порвался. Он реально порвался. Так, а где мы его зацепили? Он порвался в том месте, где не было свинца. Вот вспомню, кстати, тот пример, что надо проклеивать, именно, как правило, клеят то место, чтобы он был крепче. То есть, вот как-то так. Вот это, кстати, был камень в мой огород маленький. Ну, кто слушал мою историю, поймет. Так. Вот такой вот у нас литкор от компании Fox. Вот так вот. Все серьезно. 21 килограмм. Даже чуть больше там. Ух. А заявлено 20,4 килограмма. Ну, я думаю, что комментарии излишний дальнейший. Давайте посмотрим дальше. 45 либров. Литкор от компании... От компании Prologic. 45 либров. Сравним его с литкором от компании Fox. Там у нас, кстати, на Prologic, я уже повторял, что не указан тест. Давайте посмотрим, сколько он реально потянет. Очень интересно, сколько он реально потянет. Сколько он сможет вытянуть. Невозможное возможно. По ценнику, конечно, Fox у нас самый топчик. Самый доступный. Самый доступный. Но, что сказать. За хорошие вещи надо платить. Хорошо. Так, включаем весы.
Начинаем тестирование. Барабанная дробь. По нолям. Килограммы горят. Начинаем тянуть. Видно, нет? Тоже тянется. Что это было? Не зафиксировал результат. Порвался. Порвался. Тоже там. А нет, порвался он, смотрите, на стыке двух сплетений, так сказать. Сплетений, переплетений. 45 либров. Не успел рассмотреть, сколько было килограммов. Сейчас посмотрю, что у нас на камере. Посмотрел, что на камере, а на камере у нас 18 килограммов. То есть на 3 килограмма меньше, чем литкор компании Fox. Тоже он у нас вот так вот спружинил. Спружинил весь. Сморщился, надо сказать. Сморщился. Свинца там не было в том месте, где он оборвался у нас. 45 либров, 18 килограмм. 18 килограмм — это тест прологика. Теперь мы будем тестить литкоры 35 либров. Более тонкие. Начнем, наверное, с Катрана. Потому что я его особенно сильно люблю. Так, литкор от компании Катран, 35 либров. Начинаем тестирование. Сейчас заправим все, чтобы было красиво. Хотя этот момент, скорее всего, я вырежу. Потому что, чтобы не утомлять вас своей болтовней и пустыми действиями, вам-то интересен результат. Так. Испытуемый номер 3. Фирма Катран. Сбрасываем. Литкор Питон от компании Катран. Вот так бы правильно еще показывать надо было. Это мой косяк. Сбросили. Начинаем тянуть. 6, 7, 8, 9, 10 килограмм. Литкор от компании Катран потянул у нас 10 килограмм. Порвался. Порвался у нас там, где есть свинец. То есть не на стыке, просто порвался. Ну, вот как-то так. Видели, да, 10 килограмм. 35 либров. Это литкор от компании Катран. Ну, что, давайте посмотрим теперь литкор от компании Прологик. Внешне он очень похож на 45 либров. Вот я его взял в руки, вот такое ощущение, что они были перепутаны прямо. Но они реально, они одинаковые, почти одинаковые. Так. 45 либров. Мы испытали, теперь будем испытывать 35 либров. Литкор от компании Прологик. Где не указаны у нас тесты. Единственное, есть небольшая погрешность с Катраном на длине. Может, небольшая, потому что по длине он чуть был короче, но у нас не было длинного. Целой катушки не было. Так, а теперь у нас Прологик 35 либров. Будем сравнивать. Сбрасываем, включаем заново. И начинается тестирование. Поехали. Шесть, семь. Так, не успел, не увидел. Не увидел. Так, где порвался? Порвался у нас на свинце тоже. Свинец у нас здесь присутствовал. Но он порвался на свинце.
15 килограммов показал у нас 35 либров. Прекрасно, я думаю, результат прекрасный для 35-либрового литкора. 15 килограмм, реальный тест. Так, сбрасываем весы. И последний у нас испытуемый, это компания Nautilus. Вот такой вот литкор. 35 либров. Одеваем. Сейчас будем его тестить. Так. Посмотрим, сколько же он потянет. Сбрасываем весы. Так, запись у нас идет. Идет запись. Так, чтобы вам было видно, не знаю, так, наверное, лучше чуть поближе. Так. Начинаем тянуть. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14. 14 килограммах. 14 он показал точно. Видел сам лично 14 килограммов. Это, снова повторюсь, у нас литкор от компании Nautilus. Вот такой вот литкор. 35 либров. Порвался он у нас. Порвался он у нас на стыке. Где нет свинца. Вот такой обзор радовали представить по литкорам от компании Fox, Prologic, Catran и Nautilus. Надеюсь, всем было интересно. Пока! Thank you.